общемировая практика, я бы сказал так. Ну а сейчас Петровский парад плавно переходит в русский бал 1812 года. Да, вы увидите сейчас небольшой балетный спектакль «Первый бал» Наташи Ростовой по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Вы увидите весь цвет российского классического балета. Мы, конечно, не будем комментировать это чудо, это мы будем просто мешать. Только перечислим всех наших балетных звезд в ролях. Светлана Захарова, Наташа Ростова. Владимир Васильев, отец Наташи. Данила Корсунцев, Андрей Болконский. Александр Петухов, Пьер Безухов. Иван Васильев, герой войны 1812 года. Итак, первый бал Наташи Ростовой.
Да, вот балет на музыку, которая совершенно вроде бы не для балета, но как идеально подошла. Александр Зацепин, фильм «Красная палатка», Евгений Догова из фильма «Мой ласковый нежный зверь», Альфред Шнитке, «Кончерто Гроссо». «Смена эпох» и другая музыка, и иной танец, иное настроение –